Здравствуйте, меня зовут Гульнас, я основатель и преподаватель курсов шитья без полок. В этом видео расскажу вам о самом популярном курсе нашей школы по созданию женской одежды и о том, как проходит обучение. На данный момент этот курс прошли более 1000 человек. Результаты многих учениц просто восхищают. Кто-то перестал покупать одежду в магазине и создает эксклюзивные изделия для себя. Кто-то одевает родных и близких. Кстати, очень много тех, кто начал шить на заказ и зарабатывать на этом навыки. А также открыл свои бренды, магазины одежды и мастерские ателье. Какая бы у вас ни была швейная цель, курс «Женская одежда» – идеальный старт на этом пути. Курс очень подробный, понятный, снят детально с разных ракурсов. Не будет никакой лишней информации, воды, только максимум практики и отработки навыков. Вы получите структурированные и фундаментальные знания за короткий срок, чтобы не терять время на годы обучения в училище или институте. У вас будет отличная база знаний и навыков, на основе которых вы сможете уверенно развиваться дальше и дальше. Я знаю, какие возникают сложности и вопросы у новичков, потому что преподаю уже с 2016 года. Не нужно никуда ехать, терять время в пробках, подстраиваться под чужое расписание. На нашей онлайн-платформе по курсу можно заниматься в любом месте и в удобное для вас время. Это уже записанные видеоуроки, которые вы можете смотреть и пересматривать неограниченное количество раз. Кстати, у живых офлайн занятий есть большой минус. Информация быстро забывается. Сегодня на уроке вроде все понятно, а через неделю уже не вспомнишь, что там было. Поэтому мы сделали неограниченный доступ к курсу на всю жизнь. Если со временем что-то забудется, то вы всегда сможете открыть урок в личном кабинете и пересмотреть его. Многие ученицы особенно любят наш курс именно за эту опцию пожизненного доступа и возвращаются к урокам на протяжении нескольких лет. Часто спрашивают, что делать, если мне будет что-то непонятно. Хочу вас обрадовать, курсы на сайте с поддержкой преподавателя. Если в процессе обучения у вас возникнут вопросы или сложности, то вы сможете написать в чат на сайте и при желании отправить фото или видео и получить помощь и консультацию. Это не формат форума или общего чата. Поддержка осуществляется индивидуально для каждого в личном чате в течение 3 месяцев после покупки. Этого времени вполне будет достаточно, чтобы пройти курс в комфортном темпе, но и по истечении этого срока у вас останется доступ к урокам на всю жизнь. Пару слов о программе курса. На курсе «Женская одежда» вы научитесь снимать мерки с фигуры и конструировать, то есть создавать выкройки по своим меркам. Эти выкройки будут иметь идеальную посадку на вашей фигуре с учетом индивидуальных особенностей. Вы, наверное, знаете, что готовые выкройки, например, из журналов, созданы для типовых фигур, поэтому они не всегда имеют хорошую посадку на каждом человеке. Также на курсе вы научитесь моделировать, то есть создавать из базовых выкроек другие фасоны и модели одежды. Ну и самое главное, вы научитесь шить с нуля разные модели юбок, брюк, платья и блузу-рубашку. Как происходит обучение на сайте? Вы приобретаете курс, и сразу же после покупки он становится полностью доступным в личном кабинете на сайте. Вы можете открывать уроки, смотреть, заниматься в комфортном для вас темпе. Это могут быть занятия регулярностью 1 раз в неделю или каждый день, вы определяете это для себя сами. Если в процессе обучения у вас возникают вопросы, то вы можете написать в чат на сайте и получить помощь, поддержку от преподавателя лично. Также по окончании курса, если вы отправляете фото изделий, которые вы шили в процессе обучения, то мы отправляем вам сертификат об успешном прохождении курса. Обучение проходит пошагово, начиная с самых азов, заканчивая пошивом и обработкой сложных изделий и деталей, поэтому не волнуйтесь, у вас обязательно все получится. Курс отлично подходит для начинающих, без какого-либо опыта шитья, но и для продолжающих он тоже будет интересен. В курсе много уроков, посвященных посадке изделий на фигуре, примеркам, исправлениям дефектов посадки. Эти знания вам понадобятся также в случае, если вы планируете шить на заказ для других. Навык шитья был и будет востребован и актуален всегда, поэтому эти знания – отличная инвестиция в свое будущее. Ну а кроме этого, навык шитья дает вам возможность одеваться так, как вы хотите, как вы себя чувствуете, выражать свой стиль и индивидуальность. Вы сможете носить одежду собственного дизайна
из качественных тканей, выбирая ткани той фактуры и цвета, которые нравятся вам. А еще шитье дает огромный ресурс и расслабляет, ведь вы создаете своими руками красоту и уже в моменте можете видеть результат своей работы. Это правда очень вдохновляет и наполняет энергией. Если у вас будут вопросы, обязательно пишите, мы с радостью ответим и поможем. Я желаю вам счастливого дня и буду ждать встречи с вами на уроках.